Всем привет! В этом видео покажу, как поменять пароль в личном кабинете Faberlic, если он вас по каким-то причинам не устраивает. Сложный для запоминания или вам нравится какой-то другой пароль, который вы хотите тоже на нем использовать на сайте Faberlic. Для этого вам нужно авторизоваться под своим логином и старым паролем, войти в личный кабинет и в разделе меню в правом верхнем углу найти либо серенького человечка, либо личные данные, и нажать личные данные. Так, нас личные данные интересуют подраздел. Так, в разделе личные данные мы находим слово настройки. Нажимаем на настройки. И здесь же вверху видим слова «сменить пароль». Кликаем на них, и у нас должно появиться окно, в котором мы можем ввести желаемый нами пароль. Самостоятельно придумываем его. Максимальная длина пароля 6 символов, и какие допустимые символы здесь можно использовать, это тоже написано. Для того, чтобы пароль сохранить, обязательно нажимаем кнопочку «Сохранить» после ввода нового пароля. И следующую сессию начинаем уже с ввода нового пароля, то есть зайдем в личный кабинет только если введем уже новый корректный пароль. Очень рекомендую запомнить его, потому что такой функционал, как вход на сайт, будет у вас нередким, если вы в дальнейшем планируете быть либо клиентом Faberlic, либо партнером. И, например, в Яндексе вы можете... Ну, в принципе, в любом браузере вы можете нажать кнопочку «Запомнить меня». В дальнейшем при вводе логина пароль будет вводиться автоматически. Естественно, это лучше делать только на своих устройствах, на своем телефоне, на своем компьютере, поскольку здесь все-таки хранится ваша определенная персональная информация, и лучше ею этим не пренебрегать и пользоваться только своими устройствами. Запоминать, по крайней мере, только со своих устройств, свои логин и пароль. Это все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать в комментариях. Всем пока!